Ты чем-то обеспокоен? Что-то случилось? С тобой все в порядке? Я беспокоюсь за Селесту Бруно. Ей очень плохо. Надо подождать. Время лечит. Это было очень сильным потрясением для нее. Но все пройдет. Все пройдет. А вот с твоим братом что-то не так. Он изменился. Как-то странно ведет себя. Нервничает. А ты как себя чувствуешь? Я потрясен. Просто потрясен. Ты знаешь. Знаешь правду. Тебе сказали. Да, мне сказали. И что ты думаешь? Что чувствуешь? А что я должен чувствовать? Я потерял своего ребенка. Что? Мой сын умер, Бруно. Ребенок Селесты. Я отец ее ребенка. А ты что имел в виду? Я имел в виду то, о чем ты говоришь. Я это знал. Селеста мне об этом сказала. Она сказала, что ты отец ребенка. Ты это знал? Ты знал это? И ничего мне не сказал? Почему? Почему ты мне не сказал, Бруно? Почему? Это было так важно. Я подумал, что... Нет, тебя нельзя понять. Совершенно невозможно. Веришь, что ты действительно переживаешь. Беспокоишься обо всем, что касается нас. А получается, что нет. Ты всегда лжешь. Всегда. Молчишь, когда надо сказать. И говоришь, когда должен молчать. Послушай, сынок. Нет, нет, не называй меня сыном. Ты не знаешь, каким должен быть отец. Ты ничего не знаешь о детях. Я тебя очень люблю. Ложь. Ты лжешь. Ты из тех людей, которые родились, чтобы никого не любить. Никого. Это жестоко то, что ты мне говоришь. Это правда. Единственное, что для тебя важно, это деньги. И твоя жизнь с удовольствиями, с теми редкими удовольствиями, о которых все знают. Ты безнравственный. Замолчи! Это правда. Твоя жизнь — это ложь, сплошная ложь, которую ты уже не можешь скрыть. Это все видно на твоем лице, на порочном лице. Ты мне отвратителен. Прости меня, прости меня! Я тебе не стану отвечать, потому что не хочу до тебя дотрагиваться. Thank you.
Сонотекс представляет. Андреа Дель Бока в фильме «Селеста». В фильме снимались Дора Барретт, Густаво Бермудес, Герман Паласиос. Авторы сценария Хорхе Вайланд, Энрике Торрес, Рауль Лекуна. Артуро Мали в роли Бруно. А также Эрика Вальнер, Лилиана Симони, Родольфо Мачадо, Роберто Антьер, Патрисия Кастель, Густаво Рей, Вивьяна Сакконе, Грасиэла Паль. Операторы Эдуардо Юрио, Гектор Манейро, Хорхе де Леон. Музыка Торреса и Гарсии. Продюсер Рауль Лекуна. Режиссер Николас Дель Бока. Что это говорите, сеньор? Потому что Рита нервничает, когда ты приближаешься к малышу. Я не понимаю. Я очень люблю этого малыша, сеньор. Ты не можешь любить малыша, которого лишь недавно увидела. Не можешь. Оставь его в покое. Я лишь хочу ухаживать за ним. Это не твоя забота. У него есть мать. Я не хочу занять место вашей жены. Я знаю, что вы ищете няню для ухода за ребенком. Я бы могла выполнять эту работу. Для меня это не было бы работой. Я отдала бы жизнь за этого малыша. Вы не пожалеете об этом. Прошу вас, сеньор. Почему бы нет, Даниэль? Селеста бы справилась. Да, сеньор, да. Я подумаю, Селеста. Энсо, оставим в покое Селесту. Я смогу его убедить. Не беспокойся. Спасибо, сеньор. О, Боже. Пусть мне позволят ухаживать за ним. Пусть мне позволят. Но почему ты не хочешь, чтобы она ухаживала за ребенком? В чем проблема? Я боюсь. Селеста странная. Она говорит об Августе больше, чем о своем горе. Думает, что мой сын заменит ее ребенка. Она нездорова. Мне кажется, что ты преувеличиваешь, дорогой. С другой стороны, она поступает логично. Черт с два. Рита считает, что нет. И я тоже. Так что не вмешивайся. Минутку. Ты уверен, что только поэтому? А почему же еще? Можешь оглохнуть. Может, вместо этого безумия нам лучше поговорить? Бруно.
слышь? Хорошо. Не беспокоит, нет? Нет. Он ангел. Как дела у моего маленького принца? Привет, Франко. Нам надо срочно найти няньку. Это сложно, но я этим займусь. А может, не стоит? Как это не стоит? Ты что, сама будешь за ним ухаживать? Не будь глупенькой. В чем дело? Ищут няню для Августа. Я хочу спросить. А что Селеста? Не может быть няней? Она так привязалась к нему. Селеста сама еще ребенок. Что она знает о детях? Нам нужна опытная нянька. Нужен человек, который бы любил ребенка. Разве нет? Мама права, Франко. Селеста очень молода, у нее нет опыта. Кроме того, она служанка. А нужна нянька. А у служанок нет чувств, мама. Да? Надо же. Рита. Твоему сыну нужен человек, который бы его любил, как Селеста. Он проснулся. Пойду дам ему соску. Я пойду с тобой. Хочу взглянуть на него. Боже мой! Твой отец так водится с этим малышом. Он его дедушка. Это понятно. Мама, мне бы хотелось, чтобы Селеста ухаживала за ребенком. Она справится. Прошу тебя, не говори ерунды. А кроме того, эта девушка долго здесь не задержится. Селеста. Кей, что? Хочу сказать, чтобы ты не беспокоилась. Рита согласится, чтобы ты следила за ребенком. Ты крейс, ты полагаешь? А что скажет твоя мать? Она тоже согласится. Почему ты сказала правду Бруно, а мне нет? Я не знаю, о чем ты. Почему ты меня обманула? Бруно об этом знал в течение всей беременности, а я нет. Почему ты ему сказала, а мне нет? Я никому ничего не говорила. Кто еще знает? Кому ты еще говорила? Ты ошибаешься, я ничего не говорила. Доктор Бруно лжет. Это была моя тайна, а потом она стала нашей. Я тебе не верю. Он сам сказал. Нет, нет. Я верю Бруно. И не понимаю, почему ты меня обманываешь. Почему? Оставь меня, я тебя не обманывала. Нет, обманываешь. Говоришь, что не любишь меня на самом деле. Любишь. Я это вижу по твоим глазам. То, что ты любишь, это любовь, да? Но не к тебе. Нет, не ко мне. Тогда почему ты остаешься в этом доме? Почему не уходишь, если не любишь меня? Из-за любви. Да. Из-за любви к этому малышу. Сейчас я это поняла. Из-за малыша Франко. Земля не грязная. Земля нас соединяет. Сколько живет это дерево? И пусть оно живет долго. Пока оно дышит, и я буду дышать. Пока есть луна, освещающая эти ветви, я буду любить тебя. А я обещаю, что пока солнце освещает эти ветви, я буду тебя любить. Любить всю жизнь.
Почему? У меня не получается сказать тебе, что я чувствую. Я люблю тебя. Но это все равно, что не сказать ничего. Вдохни глубоко. Видишь? Слова уже не нужны. Я догадываюсь. Мы провели ночь вместе. Мы любили друг друга. Франко. Ты ни о чем не должна сожалеть. Ты моя жена. Моя жена. Я не раскаиваюсь. Поверь мне. Я на небе. Я парю в воздухе. Я тоже. Это любовь. Ты моя первая настоящая любовь. Франко, не причиняй мне страданий. Никогда. Пожалуйста. Никогда. Почему ты так говоришь? Не знаю. Это предчувствие. У меня мелькнула мысль. Забудь об этом. Я не могу. Я помогу. Она больше никогда не влюблялась. Наверное, она любила его так же, как я, тебя. Мои чувства доставляют радость и боль. Мне хочется смеяться и плакать. Это так здорово. Это все, Франко. Нет места для другой любви. Клянусь, что никто не узнает, что вы отец Селесты. Мой отец. Франко. Мой ребенок. Нет. Франко, мой брат.
Не может быть. Не может быть. Не может быть. У меня будет ребенок от моего брата. Боже мой, как мы растем, Лукас. Ты уже маленький мужчина. Да. Ты подрос больше, чем на 5 сантиметров. Скоро тебе будет уже 2 месяца. Да? Да? Мой дорогой, любовь моя. Так, ладно. Хватит играть. Сейчас мы будем спать. Да-да, дорогой, будем спать. Да. Давай я тебя уложу поудобнее. Вот так. Хочешь, чтобы я тебе рассказала сказку? Ту, что мне рассказывала моя мама, когда я была маленькой. Да? Ну, давай, давай, давай. Так. Хочешь услышать сказку? Селеста, что ты тут делаешь? Зачем ты выключила аппарат? Я хотела, чтобы вам лучше спалось. Вранье! Это ложь! Ты его выключила, чтобы остаться с моим сыном. Нет. Я была с ним, чтобы вы хорошо отдохнули. Я дала ему соску и переодела его. Почему ты не позвала меня? Я его мать. Я мать, слышишь, Селеста? Посмотри на него. Ты его разбудила. Не трогай его. Не смей. Можно я его убаюкаю? Уходи. Уходи вон отсюда. Не хочу тебя больше видеть рядом с моим сыном. Ну, маленький мой, все прошло. Уже все прошло. Я сделаю так, что твои посещения прекратятся. Не смей приближаться к моему сыну. Да, сеньора. Селеста? Ты все поняла? Уходи. Рита, что случилось? Селеста, мама, Селеста. Что происходит, дочка? Селеста выключила передатчик, чтобы я не слышала, если Августа заплачет. Она так сделала? Да, мама. Ну и что? Если она так сделала, то на это, видимо, у нее были причины. Конечно, у нее есть причины. Она хочет завоевать любовь моего ребенка, папа. И поэтому она хочет, чтобы я меньше была с ним. Но с меня хватит. Я ее видеть уже не могу, я ее не выдерживаю. Она хочет украсть у меня ребенка. Ерунда, хватит. Никто не украдет у тебя ребенка, тем более моего внука. Я этого не позволю. Успокойся. Не смейся, это не шутка. Я очень хорошо знаю Селесту. С ним все в порядке. Еще подумают, что это ее сын. Поди знай, что у нее в голове. Это верно, мама. Никто не знает, что у нее в голове. Иногда она смотрит на ребенка, как загипнотизированная. Я тебе клянусь, папа, мне страшно. Страшно.
А потом я не хочу, чтобы она его трогала. Я мать. Разумеется. Ребенок это знает. Он это чувствует. И Селеста тоже это знает. Дело все в том, что... Хватит, замолчи. Замолчи, Леандро. Хватит, я тебя прошу. Селеста даже не знает, где она находится. Понятно, что после смерти своего ребенка она еще больше не в себя. Она не может больше здесь оставаться. Не из-за нас, а из-за ребенка. Ребенок не может расти, видя перед собой это грустное лицо. Это для него вредно. Хватит, хватит, не говори глупости. Ну, конечно. Ведь Селеста очень любит малыша. Она его обожает, это же видно. Мне на это наплевать, наплевать. Пусть убирается. Пусть убирается, мама, пусть убирается. Не беспокойся, не волнуйся, я этим займусь. Я ее выставлю на улицу. Прошел целый месяц. Да что вы. Вы все помните? Да, я не хотела вас принимать. Я не говорю с незнакомыми. Но с вами я уже говорила. Да, я их получила. Они восхитительны. Но вам не следовало бы их присылать. Я замужняя женщина. А мой муж настоящий Отелло. Ваша жизнь в опасности, Абелярдо. Встретиться? Ой, нет. Открытка? Да, здесь. Да, я ее прочла. Вы настоящий поэт, Абелярдо. Да. Я прервусь. Селеста, не уходи. Повторите мне, где и когда. Хорошо. Без опозданий. До встречи. Селеста, говорю тебе в последний раз, чтобы ты больше не входила в комнату Августито, ясно? Ну, а почему, сеньора? Я ничего плохого не сделала. Это ты так думаешь? Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Я хочу, чтобы ты оставила в покое моего внука. А я тебе это говорю уже целый месяц. Чего ты хочешь? Чтобы я тебя выгнала? Ты этого хочешь? Тогда можешь убираться. Нет, сеньора. Я не хочу уходить. Я хочу быть няней малыша. Я хочу быть его няней. Но это невозможно. Нет, это возможно. Я хочу быть няней малыша. И я буду ею. Вы сами захотите, чтобы я ухаживала за ребенком. Ты с ума сошла? Вы захотите, сеньора. Потому что если вы не захотите, я вынуждена буду рассказать всем, что сеньора Рита не выезжала из нашего города в течение всей своей беременности. Я должна буду объяснить сеньору Леандро, что я посещала сеньору Риту в ее квартире. Теперь вам понятно, почему я буду няней ребенка. Сеньора. Она мне так и сказала. Как вам это? Нам надо быть осторожными с этой чертовкой. Она может нас шантажировать. Что нам делать, мама? Я не знаю. Пока надо согласиться, а там будет видно. Но я не хочу, чтобы она была с ребенком. А чего ты хочешь, чтобы она все рассказала? Успокойся, Рита. Ничего не будет. Она украдет ребенка, я знаю, я уверена. Не будь дурой, Рита. Она ничего не сделает. Не плачь, как идиотка. Она ничего не знает, если только ты ей сама не расскажешь. Нет, я этого не сделаю. Августа, это моя жизнь. Дорогая, вот это то, о чем ты должна все время помнить. Всегда. Она лишь служанка, а ты его мать, понятно? Ну, отец, кажется, ты не рад тому, чего мы достигли, да? Привет, привет. Что за уныние? Что за лицо? Отец, что происходит? Ты уже знаешь. Но разве стоит так волноваться из-за этого? Деньги — это еще не все в жизни. Ты ведь меня так учил, отец? Конечно. Конечно, это еще не все. Тогда почему у вас такие лица? Надо воодушевиться. Будем радоваться. Еще ведь не все потеряно. Или все? Фелика. Сеньора у себя? Я ее целый день не видела. Я тебе нужна? Нет, я лишь хотела знать, дома ли ты. Да, дорогая. Но я уже ухожу. Тебя интересует, чем я занимаюсь? Ну что ты, Тереза?
Меня не интересует, чем ты занимаешься. А вот это плохо. Спроси у Даниэля, что тебе нужно делать, если хочешь, чтобы твое пребывание здесь было успешным. Селика Каклин. Вы прекрасны, сеньора. А ты как считаешь? Ну, конечно же, да. Я полностью согласна с тем, что сказала Селика. Вы великолепная, Тереза. Прекрасно. Не сиди целый день в заперти. Ты еще не такая старая. Почему вы не сходите, сеньора Аида, в церковь? Бестолочь. Франко, я должна работать, я не могу целый день с тобой разговаривать. Постой. Я еще не сказал, что хотел. Диме, говори. Почему мне так трудно сейчас говорить с тобой? Я не знаю. Я не могу тебе ответить. Ты должен знать. И ты тоже. Это по твоей вине. Ты меня оттолкнул от себя. Франко, пожалуйста. Франко, я тебя очень ценю. Я тебе уже это говорила. Ты мне очень дорог. Как хороший друг. Как друг детства. Наверное, так. Позволь, но мы знаем друг друга немногим более года. Меня не было с тобой в детстве. В прошлом у нас было нечто другое. Я прошу тебя, Франко. Однажды я решила, что Бог сотворил чудо. И, наконец, мы будем тем, кем нам в самом деле надлежит быть. И кем мы должны быть? А кем? Почему ты отталкиваешь меня? Отталкиваю? Да, отталкиваю. Мы должны быть далеко друг от друга. Ты и я. Селеста, а я тебя ищу. Я здесь. Я вас оставлю. Нет, пожалуйста, если хочешь, можешь остаться. Между мной и Селестой нет никаких секретов. Хотя я вижу, что Селеста предпочитает остаться со мной наедине. Или я ошибаюсь? Да. Это действительно так. Я думаю, что мы были немного грубыми с Франко. Особенно вы. А я думаю, наоборот. Мой брат не заслуживает никакого снисхождения с моей стороны. Он мой враг. Не говорите так. Он ваш брат. Да, но я его не выбирал. Беатрис. Да, Франко. Что бы ты сказала, если бы я попросил тебя выйти за меня замуж? Я не знаю. Попроси меня об этом. Ты хочешь выйти за меня замуж? Конечно, хочу. Хочу, любовь моя. Я люблю тебя, Франко. Люблю. Ты видела, как они целовались? Позор! У моего брата нет совести. Как можно такое вытворять? Меня это всегда раздражало. Ведь может зайти мать или тетя Аида. Ненавижу. Не говорите так о своем брате. У вас нет такого права. Почему?
Мой брат полжизни меня критиковал. Всегда, всегда, что бы я ни делал, это вызывало неодобрение. Единственное преимущество – то, что я младший, а Франко – нет. Он взрослый, если можно так сказать. Оставьте в покое своего брата. Что с вами? У вас нет причин, чтобы так говорить. Что произошло между вами? Что он вам сделал? Откуда эта злость? Франко против меня, Селеста. Мой брат меня не любит, как и мой отец. Не говорите так. Они ваша семья. У вас одна кровь. Вы хороший человек, сеньор. А все хорошие люди любят своих братьев, своих родителей и своих детей. Порадуйте меня, сеньор. Помиритесь с Франко. Прошу вас. Ты меня волнуешь, малыш. Августо, ты задал мне много работы, слышишь? Сколько хлопот ты мне задал. Очень много. Очень. Очень-очень много хлопот. Селеста, посмотри, я не знаю, что с ним. Его что-то беспокоит. Вроде бы поел, я не знаю. Наверное, сдулся животик. А ты откуда знаешь? Ну, это бывает у всех детей, после еды. А я схожу за каплями. Нет, нет, не надо. В следующий раз, если так будет, надо прижать его ножки к животику. Ему так станет легче. Вот так. Идем ко мне. Идем, идем, идем. Нет, нет, оставь его, Селеста. Я сама. Иди к мамочке. Старайтесь не давать ему лекарств. Конечно, если врач их назначит. Сеньора, вы прижмите ребенка к себе, к груди. Ребенок должен чувствовать ваш запах и вашу кожу, кожу матери. Откуда ты это знаешь? Может, у тебя на стороне был ребенок? И если бы у меня был ребенок, то об этом бы знали все. Как все знают, что мой ребенок на небесах. Но я знаю, что малышам нужно чувствовать кожу матери. Они ее узнают. Им надо также чувствовать биение материнского сердца, чтобы знать, что она жива, что она рядом с ним. Так же, как вы с сыном, сеньора. Франко, это я. Хочу поблагодарить тебя за помощь. Мне разрешили ухаживать за ребенком. Я буду няней. Я рад. У тебя это получится. Да. Я очень довольна. Не знаю, что бы со мной было, если бы не этот малыш. Я чувствовала себя одинокой. Не надеялась ни на что. Я чувствовала, что все двери и все окна для меня закрыты. Но Бог бесконечно милосерден. Он зажег лучик света, солнца и надежды в моем сердце. И я снова живу. Я давно уже не видел тебя такой. Я поражен. Ты очень довольна. Почти так же, как и я. Это очень хорошо. Но по твоему лицу этого не скажешь. Не обращай внимания на мое лицо. Оно никогда не было выразительным.
Я женюсь, Селеста. Я женюсь на Беатрис. Я рада. Я очень рада. Ты ее любишь? Разумеется. Извини, Франко, что я засомневалась. Но я не могу не думать. Не вспоминать о Лауре, Лиле. Ты считал, что тоже их любишь, так же, как и Марину, потом... Нет. Я думаю, что это уже миновало. То была не настоящая любовь. То было отчаяние. Злость. Но с Беатрис все иначе. Франко. Я не думаю, что есть на свете кто-нибудь еще, кто желал бы тебе так же, как и я, большого счастья. Ты этого заслуживаешь. Ты хороший. Ты страдал не по своей вине. Ты заслуживаешь самого лучшего. Ты была самым лучшим. Самым лучшим. И самым худшим. Селеста, на минутку, пожалуйста. Проходи, проходи. Садись. Селеста, ты меня избегаешь. Я могу узнать, что с тобой? Ты мне ничего не скажешь? Да. Я должна была что-то сказать вам, но не хочу. Ну что ты? Ты можешь доверять мне, как раньше. Хорошо, сеньор, я вам скажу. Зачем вы это делаете? Нет никого важнее ваших детей. Вы хотите оставить их без наследства. И все из-за какой-то женщины, которая не имеет никакого отношения к вашей семье. Селеста, ты ошибаешься. Ты очень ошибаешься. Нет, сеньор. Даже если это так, что будет с Энцо и Франко? Вы их оставите ни с чем... Из-за женщины. Ты хочешь знать имя этой женщины? Хочешь это знать? Я скажу тебе, скажу. Нет, нет. Когда услышишь его, я уверен, ты все поймешь. Jurar
oscuro secreto nos une quiebra la vida en dos con fantasmas que giran y giran a mi alrededor.